Всем привет, ребят. Второй раз, третий раз, десятый раз. Пробуем дальше проходить под демочки. Седьмые кошмарочки. Шестую я вам показал двумя героями. И я хочу сейчас зафармить. Попробовать зафармить. Седьмую кошмарку этими же героями я вам показывал на обзоре Анубиса, он просто 7-10 слил одной тычкой, просто фуганул всю подземку. Ну, в общем, реально было очень круто. В общем, сейчас я попробую это же сделать. Вот такие вот у нас сборки. Минотавр для добивочки зданий. То есть мы бегаем без магии и Анубис для убийства героя. Поехали. Поехали, поехали. 7, 7, 1. Ну, это, по сути, очень легкая подземка. А может и не совсем легкая. Так, а ну-ка сейчас попробуем. Ради интереса хочу попробовать ударить Минотавром. Изначально первым 28% всего лишь он набил. Но не так уж и много. Смотрите, что сделали. Смотрите, что они сделали с моим бедненьким Анубисом. Как вы могли? Вот видите, не так все просто, ребят. Как казалось бы. Ну, естественно, у меня здесь Анубис сейчас стоит неремочный. То есть ему до того, как ударить, вот так вот, ему надо набрать энергию. Давай, давай, Минотаврик. Отлично. У нас там тень Хрона осталась, по-моему. Куча разных тотемов. В общем, трэш полный. Нифига себе, посмотрите. Посмотрите, что делается. Я думал, что 7-1 будет намного проще таким вариантом, таким составом. 90%. То есть они не добивают уже 7-я, если... Просто жесть. Мы ее просто не прошли, 90%. Я хочу на 3 звезды именно добивать. Просто капец, посмотрите, что делается. Офигеть. Анубиса просто здесь унижают. Я вам скажу так. А теперь посмотрите вариант. Мы поставим сюда ремку. Вместо железки здесь железка. В принципе, тоже классная вещь. Мы поставим ремку, чтобы он сразу же их сливал. То есть то, что я вам показывал изначально. А, вот такая вот вариация с панчбоксом. Поехали. Опа! Разницу чувствуете? Насколько у нас разница сразу же, моментально причем. А, то есть, блин, ронины. Опять эти ронины. Ну куда вы? Ремочный вариант, как видите, тоже довольно-таки неплох. Но в большинстве случаев у нас Анубис... такой вариации будет сливаться. Ну, тут, наверное, лучше ждать, когда ронины выйдут с инвиза, только тогда Анубис опускать. То есть мы начнем весь вариант. Блин, 7-1 обычная, вроде, казалось бы, да? Надо ждать, когда они выйдут с инвиза. Вот они вышли. И вот таким вот образом вы сразу же сливаете полностью всю подземку. То есть не надо ждать, вот... каких-то что-то придумывать. Просто тупо надо выждать момент, когда ронины выйдут с инвиза. Ну, как видите, здесь дофигище бомбочек. Просто дофигище. Так, отлично. Ну, считаем, вот начало, вот мы нашли оптимальный вариант. 32 минуты, поехали дальше. Тот же самый вариант, чем подальше выпускаете. Бум. 82%. То есть одного-двух героя мы не добили, кстати. ,93. Видите, не добивает уже. Минотавр не хватает немножко. Ну, конечно, еще другой, может быть, не набафал его. Из-за этого тоже. Блин, ну набор энергии просто чумовой. Вот, видите, стан. Стан. Потеряли ему время.
Ну, конечно, Анубис Ремга плюс это просто божественно. Он творит чудеса, реально. Ну, стан это самая большая печаль. Так, дальше. 7-3, то же самое. Чпок. И все. А, мы не попали тут, блин, Ронины. Ну, пофиг. Минотавр реально затащил. Так, блин, этот хрон, конечно, это печаль. 88%. У нас еще есть Ронины. Главное, чтобы у нас минус сейчас не слился. А шансы, ой, какие большие. Вот оно так и есть. Ну, уже добьем. Пусть Анубис уже добегает. Как видите, я тотемы вообще не обезвреживаю. То есть все тотемы, какие есть, мы сейчас, наверное, даже сольемся с вами. Да, мы с вами слились. Тут куча тотемов, это очень большая проблема. Так, ой, 7-3. Ну, бей, что ли. Посмотрите, как далеко его застанили, блин. Так, отлично. Вот сейчас вот, кстати, нормально попали. Вообще отлично. Самое главное, чтобы нас сейчас бомбочки просто не слили. У нас остался еще один хрон, кстати. Бум, 90%. Так, все, хрона мы обезвредили, но тут... Не знаю. Если оно сейчас на себя всех потянет... Не, нормально все. 7-3 зафармили. Поехали дальше. 7-4. Тот же самый вариант. Это очень сложная для многих была подземка. Ну вот мы делаем просто вот так вот. Еще раз вот так. Ну опять же, тут есть Ронины. Надо их слить, потому что если сейчас Анубис у нас не ударит вовремя, что у нас и случилось. То есть надо выжидать момент. Вот, Ронины появились. Вы спокойно выпустили. Дальше минус бьет. Ну, конечно, тут у нас еще остались хроны. Но я думаю, это не проблема. Все. Так, блин, ну Минотавр, посмотрите, тыковки. Самое главное, чтобы минусик сейчас нормально ударил. Отлично. 100%, 7-4 пройдено. То есть там, где есть Ронины, надо просто выжидать, когда они появятся. Тут без разницы, тут просто так вот выпускаем. И вот здесь будем. Хоть здесь есть и Анубисы, они нам не страшны. Ну, конечно, частично они страшны. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Видите, что произошло. Получили мы стан. Надо, наверное, немножко попозже выбрасывать. Пусть Анубис посливает их всех. Видите, он стан получает. Это самая большая проблема здесь. Еще и Ронины есть. Так, остались у нас Ронины и один Анубис. Ну, давай, тащи! Ай-яй-яй-яй-яй, есть! Прошли мы на 100%, 7-5. Поехали дальше. Так, тут у нас есть юниты. Юниты есть, Анубисы есть. Ну, это, в принципе, тоже не очень сложная подземка. Ну, тоже надо выпустить Анубиса. Подождать немножко. Есть и Ронины, как видите. Надо, чтобы совпало. Сейчас попробуем так, чтобы Ронин появился. Ударить, застанили. Так, отлично. Ай-яй-яй, Минотавра, блин, слили. Обидно. Так, у нас осталось, я не знаю, сколько там жизни у моего этого есть. Просто налегке, по красоте он слил, вообще огонь. Посмотрите, что делают эти герои.
Просто бешенство. Пончбук тащит, ребят. Хорош. 7-6. На 3 звезды зафармили. Так. 7-7. Поехали. Следующая у нас 7-7. Ну, это одна из легких подземочек. Тут вообще налегке можно ее пройти. Но опять же, видите, ронины. Так, получили мы молчаночку. Давай, Анубис, бей! Да бей ты, блин! Вот видите, немножко не успевает он ударить. Так. Блин, нравится мне этими героями проходить. Так, смотрим, чтобы Ронин появился. Вот есть, отлично. Появился Ронин, и тогда без проблем можно выкидывать уже. Тут уже нам ничего не страшно. Единственное, что тотемы и бомбочки, это все, что мешает, наверное, в прохождении этой подземки. Видите, сколько тотемов, как они мешают. Есть. Дальше, 7-8. Вот это тоже одна из таких многими нелюбимых подземок. Потому что здесь есть Ронин, и здесь куча всего, Анубисы. Но мы делаем просто вот так, и просто... Ай-яй-яй, я не туда выпустил его. На черепа кинул, надо было на другую сторону кидать. Тоже одна из таких, знаете, многих вымораживает эта подземка. Раньше орнитоптерами бегали, там заморачивались. Сейчас вот делаете просто так. Выпускаете сюда на тень Хрона Минотавра. Самое главное, не дать зарядиться Анубису. Слить его до того, как он включится. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот видите, вот одна из проблем здесь у нас будет. Будем пробовать сейчас. Вот появился Ронин. Выпускаем всех. Посмотрите, как сливает. Хватает целей вполне. Анубису вполне хватает целей, чтобы посливать все. Единственная проблема у нас это стан. Ну, пробуем слить по максимуму. Давай бей! Блин, этот стан это, конечно, жесть. Так, все отлично, этого мы слили. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы видели это? Мы слились просто тупо на тотеме. Тотем дал щит. Мы просто тупо слились сейчас из-за этого. Ну, можно такой вариант попробовать. Но видите, здесь опасно. Опасно. Пробуем еще разок. Вот реально подземочка 7-8 все равно. Даже в таком варианте с максималками она приносит мучение нам. Так, Ронины есть. Да, не все так просто, как казалось, да, ребят? Вот смотрите, мы просто влазим в стан и все. Так, пробуем еще разок. Давайте дальше пойдем. Дальше сейчас пройдем. Остальные. Тогда вернемся к ней. В принципе, без разницы, как проходить. Да, вот тут, кстати, тоже интересно будет, я вам скажу. Здесь тоже тотемы. Блин, ну вот реально. Это интересно, поехали.
будем пробовать выбивать. Вот, вот оно, ребята. Вот так вот надо было выпускать их. Блин, ну эти, конечно, мини-бомбочки, это просто жесть. Так, у нас остался Анубис и Кенди. Нифига себе, у нас еще один Анубис застался. Да ну нафиг, отлично, слили. Красавчики. Так, Минотавр, я не знаю, каким образом он сейчас сольется, наверное, скорее всего. Сейчас он дальше чуть-чуть пройдет, и там бомбочки просто его ушатают. И либо же Анубис побежит первым и примет весь удар на себя. Не, все-таки его слили. Блин, ну давай, тащи. Отлично. Есть. Есть, есть, есть. Поехали дальше. Так, это восьмая. Поехали, девятая. 7-9. 7-9. Ой, не, будем без этого, мы же договорились. Тотемы мы не обезвреживаем. То есть мы бегаем просто чисто трэш. Просто жесть, под молчанкой слился нафиг. А, так, давайте еще разок. Давайте чуть-чуть дальше выкинем его. Так, отлично. Давай, лови молчанку. Блин, вот знаете, я вот тут засомневался в этой подземке, или мы ее сможем пройти. Потому что здесь очень большая атака. Вот реально. Здесь очень жестко они атакуют. Как бы я тут сейчас не пыжился и не старался. Посмотрите на эту атаку по героям. То есть тут настолько стрелковые башни, что для этого состава это, скорее всего, эта подземка нереальная. Ну, у меня так, мне так кажется сейчас. Потому что что Минотавра, что его, видите, они хоть и героев мы сливаем, мы не успеваем. То есть 7-9, к сожалению, мы не пройдем. Это 100% вариант, потому что здесь стрелковые башни. Вот здесь, например, это попроще. Здесь намного проще все, 7-10 проходится. А вот 7-9, там просто стрелковые башни ушатывают. Без вариантов каких-либо. Ничего себе, посмотрите, что Вольт делает. Да ладно, офигеть, просто жесть. Вольт нам сейчас просто тупо засрал, блин, прохождение с первого раза. Тут сейчас мы просто, наверное, на этих, на бомбочках посливаемся, скорее всего. Что-то мне так кажется, что он не успеет добежать полностью все поле. Вот так вот, ребят, поэтому не все так просто, надо, там надо менять реально вариант, стан. Блин, я сейчас буду орать, если ведьма сейчас нам опять, это просто пипец, вот это надо было так выкинуть его, это просто жесть какая-то. Так хорошо зашли. Практически ушатали, блин. Выброси, блин, в другой стороне этого Анубиса, точнее Минотавра. Да, как видите, 7-9, таким вариантом пройти. Надо будет попробовать подумать все-таки над дефом. Поставить других питомцев и попробовать зафармить подземочку эту отдельно.
Блин, опять. Вот видите, насколько разница? Здесь вроде и башен тоже дофига. Вот стрелковые башни по сравнению с магическими. Просто нереально. Тут тотемов, конечно, дофигища. Анубис просто тупо стоит в стане, спит. Да бей ты давай уже. Жесть. Я офигею. Просто тупо затягивает время. До сих пор стоит. Тут Минотавр уже просто трешует, а этот еще стоит, блин, в стане. Жесть полная. Так, 93%. Что-то так долго, блин. Опять Вольт, да ну нафиг. Это будет реально ржака, если Вольт сейчас опять нам все испоганит. Все, ну в общем вот так вот, ребята. Одна подземка у нас осталась, только нетронутая. Это вот это. Тут надо менять все-таки... ставить деф. То есть вариант дефа здесь неизбежен просто. Давайте, кстати, сейчас попробуем. Вместо ремки сюда поставим 9-е СО. Вместо панчбокса ангела. Он у нас будет типа дефным. Вот разница. Смотрите, какая разница просто. Просто песня. Вот теперь действительно можно выпускать именно Тавра и этого. Самое главное, чтобы у нас башни сейчас агрились чисто на Анубиса, и он жил чем подольше. Вот выход из ситуации, ребят, чтобы ее пройти. Отлично. Вот все, что требовалось сделать. В общем, блин, не знаю, я думаю, будем еще разок пробовать пройти на фаст. Это был первый наш заходик такой, длительный он получился. Но, блин, я думаю, прикольный, многим из вас понравилось, поэтому ставьте лайки, ждите еще трешечка на подземках этими героями. Ну, видите, 7-9 дается самое-самое, ну, самое сложное. Подземка была тоже раньше, 7-8, 7-9, и так оно и осталось. То есть, это одни из таких самых проблемных, скажем так, подземочек для прохождения. Ну, ангелы, СО, Анубисы нас реально спасли. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.